Севастополь-Энерго предупреждает, в условиях всеобщей самоизоляции жителям города следует обратить особое внимание на соблюдение правил электробезопасности и напомнить о них своим детям. В частности, не следует трогать электроприборы мокрыми руками. Мыть бытовую технику можно только в обесточенном состоянии, а включать в сеть только после полного высыхания. Особое внимание надо обратить на то, как мы с вами отключаем электроприборы. Вы даже можете попросить ребенка отключить настольную лампу и посмотрите, а правильно ли он это делает. Ведь нельзя дергать за шнур. Когда вы дергаете за шнур, вы можете вырвать розетку, вы можете испортить провод, оголятся проводники и в будущем может ударить током. Кроме того, напоминают энергетики, перед сверлением стен или проведением других работ необходимо убедиться, что в данном месте отсутствует электропроводка. Также не следует включать в сеть сразу несколько мощных приборов. Особое внимание нужно уделить своим маленьким детям. Если в доме живет малыш, все розетки должны быть закрыты, чтобы у ребенка не было возможности вставить туда посторонний предмет.